Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Дочекалися ягід, зелені з грядок, молодих овочів. Чи усі вони корисні та як розпізнати з них дійсно натуральний продукт? Дізнаємося від гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Марія Колповська, дієтологиня. Дуже раді вас бачити. Добрий день. І справді хочеться знати, що ми їмо корисні, натуральні овочі, які принесуть нам лише здоров'я. Тож, влітку, як це краще зробити і чи завжди ми можемо бути впевнені у якісному товарі? Но если мы хотим быть уверены в том, что продукт, свежий продукт выращен с минимальным количеством использования удобрений, пестицидов, гербицидов, во-первых, желательно дожидаться сезона, то есть не гоняться за самым ранним, вот только-только оно появилось на полках, мы его покупаем. А вот зараз, Мария, египетская картопля, ну, например, так, мы часто видим, что где-то завезено из других стран. Вот как там? Там же ніби сезон. Тобто, що мається на увазі? Вирощують в теплу погоду. Там в теплицах вирощують в основному. Все одно в теплицях. В основному в теплицях, да. То есть, если хочется вот максимально натурально, как у мамы на даче или у бабушки на даче, то тут уже желательно дожидаться, когда это в нашей климатической зоне появится и будет такой разгар сезона. И как дополнительный момент, на который можно обращать внимание, это вкус-ароматика, то есть запах и вкус. Если продукт как трава, скорее всего, он выращивался по интенсивной технологии, гнали зеленую массу, он не успел накопить ни вкуса, ни запаха, ни полезных компонентов, зато мог накопить не очень полезные. Угу. То есть ждем сезон, вкус и аромат. Приходимо і нюхаємо, так? Да. Яблучко беремо і дивимось. Воно нібито виглядає шикарно, воно так блищить, аж виблискує. Але запаху немає. Ну і так само не буде мати смаку. Да. Буде мати, але ну, він такий, відносно на яблуко схожий. Так. І дійсно постає питання, що ж то таке. ГМО, наприклад, чи можуть бути генномодифіковані організми? І чи може бути вирощено якось не дуже добре для нас? Ну, ГМО, нет, это не так страшно, это просто гибриды своего рода. А вот выращенные по так называемой интенсивной технологии, то есть экстенсивная технология выращивания, это как у бабушки на даче или у мамы Росте на даче. Себе все. Да, растет потихонечку, коли поливаем, выросло, да, поливаем, удобряем слегка. А интенсивная технология выращивания – это когда мы максимально гоним, чтобы выросла большая зеленая масса и максимально быстро вызрела. И вот когда оно не пахнет, не имеет никакого особого вкуса, это, скорее всего, просто интенсивная технология выращивания. Угу. Але ж позначок, як таких, немає ніде. І, на жаль, виробник – користуються тим, що це потрібно зробити швидко, так? А покупець, він змушений купувати все, що йому пропонують. І дуже часто ми не можемо скуштувати, якщо це супермаркет, то не завжди є така можливість. І купуємо те, що нібито, на наш погляд, співпадає з тим, як ми собі уявляємо. Приходимо додому і отримуємо таке от розчарування. Як ви думаєте, краще їсти хоч якусь клітковину, аніж зовсім нічого не їсти, перевести на інше харчування, чи все ж додавати до свого раціону от ті овочі, фрукти і ягоди, які ми купуємо в супермаркеті. Ну, це якщо немає бабусі десь в селі, якщо немає можливості піти на базарі десь щось купити, то як, на ваш погляд? Ну, Всемирна організація здравоохоронення рекомендує з'їдати мінімум 400 грам свіжих овочів і фруктів в день. В Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендує мінімум 500 грам овочів і минимум 300 грамм фруктов и ягод. То есть желательно все-таки что-то свеженькое, зеленое в свой рацион добавлять. Но всегда есть выход, всегда есть сезонные продукты, которые уже могли вызреть в нашей климатической зоне. Лучше обращать внимание на них. Зимой это может быть заморозка, потому что замораживают, заготовляют таким образом продукты на пике сезона, когда они минимум денег стоят, ну и, соответственно, они оказываются максимально приемливого качества. И также это тыква, морковь, сельдерей. Вот, не треба нехтувати, бо багато людей не люблять якраз такі продукти. Чомусь хочеться щось інше, там зараз багато перейшли там на авокадо, на якісь не наші продукти. Тобто це нібито рекомендація дієтологів, які хочуть турбуватися про наше здоров'я. І справді це непогані продукти, так? Але вони не наші. І хто знає, можливо, не завжди відповідають тій якості, яка десь у них там, так, коли вони вирощують.
Ну, да, надо не забывать про наши продукты, родные. Если они не нравятся на вкус, то надо просто учиться их готовить, использовать другие специи, другие рецепты. Всегда можно найти что-то для себя. Компромисс. З приводу заготівлі продуктів, які нам би знадобилися влітку, то якраз хочеться звернути увагу на літній раціон, яким він повинен бути, що потрібно їсти, аби максимально набратись вітамінів і взагалі усього того, що нам потрібно для здоров'я. Ну, смотрите, к сожалению, набраться витаминов на целый год вперед – это миф, потому что есть, конечно, витамины, которые депонируются в нашем организме, но большинство витаминов, в особенности витамины, которые содержатся в свежей зелени, в свежих фруктах и ягодах – это витамин С, это витамины группы В, В1, В2 – это водорастворимые витамины, они в нас не задерживаются. Если мы съедаем излишек, это просто с мочой выходит из нашего тела, поэтому надо есть желательно каждый день максимально качественное, максимально свежее, но не переедать, потому что максимум, что можно получить, это крапивницу, когда мы съедаем слишком много клубники. А от питання, для когось багато, це дуже багато, а для когось мало. Скільки? Ну, як я вже говорила, да, Всемирна 300-400 грамів. Да, Всемирна організація здравоохранения дает по сумі фрукти, овощі 400 грам мінімум, а в Україні это МОЗ дає 500 грам овощей і 300 грам ягод і фруктів. Угу. Ну, треба взагалі робити напрямок свій, сконцентрувати на свіжих овочах, на свіжій зелені, так? На тому, що зараз росте. А якщо ми хочемо додати до раціону жирних страв влітку, це добре чи не дуже для раціону? Жиры – это обязательный компонент рациона. Конечно, когда у нас холодный климат, холодное время года, жиров надо чуть больше, но жиры, они также содержат незаменимые компоненты, которые наше тело синтезировать не может, но это нам необходимо на ежедневной основе получать. Поэтому орехи, растительное масло, жирная рыба. Рослинные жиры краще, так? А не тваринные? Ну, животные жиры тоже, рыба. Пожалуйста, морская жирная – это замечательный продукт, та же сельдь, только желательно не соленая, а свежемороженая, допустим. Угу. Вот от сала, от какой-то жирной свинины, конечно, лучше летом воздержаться, отдав предпочтение. А кажуть, что сало взагалі такий незамінний продукт, и якби українці його не їли, то не були б такими здоровими. Сало можно есть, но опять-таки вопрос в количестве. Кусочек 25-30 грамм или шмат сала такой с ладони. Ну а як же, порізали так, цей шмат, порізали тоненько, цибульки там, не знаю, чесночку. Ну, если очень тоненько нарезать, красиво сервировать и съесть небольшое количество, то принесет, конечно, только пользу. Ага. Ну, кажуть, що сало, воно має в собі ось в кількості, так, не в кількості, так, а в якості сала, є багато корисного для організму. Тобто, окрім жирів, що там ще є? На самом деле, это еще одна манипуляция. Да, это еще, чтобы все ели сало, даже, так? Это даже не миф, это даже такая легкая манипуляция. Если мы возьмем любой продукт, в нем, скорее всего, будет почти полный список незаменимых витаминов, микроэлементов, ну, еще чего-нибудь. Вопрос в количестве. Да? К примеру, в яблоках содержится витамин С. Да, но для того, чтобы получить суточную норму витамина С, надо съесть 2 килограмма яблок. Но лучше есть киви, апельсин или смородину, или клубнику. А в сале содержится витамин Е. Да, но для того, чтобы получить суточную норму витамина Е, надо съесть 0,5 килограмма сала, например. То есть в сале действительно есть масса полезных компонентов, но в незначительном количестве. Поэтому все-таки... Все ж потрошки, так? Да. Справді дивно. Чомусь багато дієтологів колись радили, так, що треба замінити на добавки до харчування, і тоді ви будете отримувати все, що потрібно для вашого організму. Тобто це така от концентрована кількість того, що ви могли би з'їсти, але не можете. От так, як ви вже тільки що сказали, так? 2 кілограми яблук, ну хто їх з'їсть? Це якщо цілий день сидіти їсти, можливо. Але для чого це треба, якщо є, наприклад, добавка? От як ви ставитесь до добавок різного роду, різного виду, які зараз от теж є, але от був якийсь час, коли їх просто дуже активно рекламували. Ну, це теорія сбалансированного или идеального питания. Она зародилась в середине 20 века, когда ученые вообще мечтали о том, что наступит время, когда мы еду обычную не будем есть, мы будем пить вот какой-то вот такой коктейль, только это не сок будет апельсиновый, да, а там будет все необходимое человеку. Выпили, нам на целый день хватит, и пошли работать, там, наукой заниматься и так далее. Потом разобрались, что, в принципе, мы до конца не понимаем, никакие компоненты нужны человеку, да, есть компоненты
о значении которых мы узнаем, вот буквально сейчас идут какие-то научные исследования, ни как они усваиваются, в какой комбинации они усваиваются. Поэтому для человека, по сути, нет ничего лучше, чем полноценное питание, состоящее из максимально простых продуктов, которые прошли минимально возможную обработку. И сейчас большая часть диетологов, медиков, ученых отдает предпочтение теории так называемого адекватного питания, когда мы строим вот пищевую пирамиду и стараемся, чтобы максимально разнообразное количество продуктов входило туда, входило в наш рацион. Добавки, конечно же, да, бывают оправданы, когда, к примеру, человек в силу аллергических реакций или каких-то пищевых предпочтений, он не может за счет продуктов дополучить какое-то вещество. Или проблемы с усвоением, заболевания какие-то хронические могут быть. Но это уже индивидуально, и это должен определять диетолог или врач, а не так, что пошли в аптеку, там, сгребли весь ассортимент добавок и принимаем пачками. Марія, а якщо, наприклад, ми зараз вже будемо говорити про хлібобулочні вироби, так? Це якраз той перший, мабуть, складовий, коли ми думаємо, ага, є глютен, немає, так? А є там дріжджі чи немає, так, дивимось, який же склад, що нам можна, що нам не можна, чорний чи білий. На ваш погляд, це теж вже такий міф, який вже перетворився просто в поширення таке, дуже широке. Чи все ж треба думати і дивитися, який хліб ми їмо, і в яких кількостях, і як само ми будемо його далі готувати, вживати. Тобто не просто сирим, наприклад, а будемо як тости готувати, чи будемо бутерброди з нього робити. От на ваш погляд, це теж перебір. Мы должны, конечно же, думать о том, каким образом мы будем есть хлеб и в каких сочетаниях. Точно так же, как мы должны думать касательно любого продукта. Глютен – это перебор, да? Глютен, непереносимость, целиакия – 1% населения Земли, 99% населения Земли вполне великолепно усваивают. Але ж так зараз це закрутилося, і прям безглютеново все, і багато хто, намагаючись бути гарними, стрункими, так, особливо жінки, це, мабуть, перші люди, які дуже швидко звертають увагу на усі новинки, які відбуваються, от, наприклад, в дієтології, так, ага, є безглютеновий хліб, все, будемо його їсти, так, будемо обирати не борошно, там, наприклад, так, а борошно там, з твердих сортів пшениці, наприклад, чи дріжджі, все, дріжджі ні в якому разі ми їх вживати не будемо. Так. Это вера в какую-то волшебную таблетку, да, сейчас глютен или бездрожжевая выпечка, а раньше пили воду с долькой лимона, до этого соду пили с водой по утрам, и если мы копнем в глубину истории таких, там, ягоды годжи, да, ягоды асаи, сколько было этих волшебных таблеток, потому что человеку хочется верить, что есть какой-то один простой способ, который вот он сделает что-то один раз в день и будет красивым, здоровым, худым, подтянутым, но, к сожалению, такого способу нет. Невже ви нам не скажете, яка є така дуже для нас потрібна річ, як ми, з'ївши чи випивши щось, та зможемо бути кращими, ніж були до того. Надо получать удовольствие от жизни, надо радоваться тому, что делаешь каждый день, потому что позитивные эмоции – это тот обязательный элемент и здоровья, и снижение аппетита, ну это уже нейрофизиология. Угу. Треба, щоб все було разом, так? Але все ж, ходимо в магазини, купуємо, готуємо, звичайно, собі їжу. Тож, які будуть переваги і на що треба звернути більше увагу, а можливо і правда від чогось відмовитись? Простые лайфхаки, что, какие продукты покупать в супермаркете, каким давать предпочтение. Чем проще обертка, тем зачастую оказывается лучше и качественнее продукт, потому что яблоко, к примеру, его никто в яркую обертку не заворачивает, яблоки лежат у нас на полке и все, их не надо ни рекламировать, ни привлекать к ним внимание, а вот какие-нибудь крекеры или чипсы, это будет какая-то очень яркая такая блестящая упаковка. Выбираем минимум упаковки, а если это уже упакованный продукт сложнокомпонентный, то смотрим на то, чтобы состав был максимально простым, чем меньше ингредиентов в составе, тем скорее это будет более полезный, более простой продукт. И стараемся избегать полуфабрикатов, то есть даже если мы торт Наполеон или те же чипсы или что угодно готовим дома,
это все равно будет полезнее для нашего организма, чем полуфабрикат или готовый продукт, который мы купим в супермаркете. Ну, звичайно, вони ж готують для того, щоб можна було довше продавати, так? А ми вдома готуємо той самий торт, ми знаємо, що там 2-3 дні, все, його треба з'їсти якомога швидше. 6-7 днів, ну це вже не дуже добре. А ми знаємо, що термін є ось такий для торту 6-7 діб. Тобто вже зрозуміло, що можливо там щось є, якісь добавки, так? Ну, в любому случае, да, когда мы что-то готовим, мы используем максимально, ну, мы же себя любим, мы стараемся использовать максимально качественные ингредиенты. А когда нам что-то продают, то задача, чтобы это было максимально вкусным, да, не обязательно максимально полезным, максимально вкусным и максимально долгий срок хранения имело. Угу. А води, ось останнє питання, вже скільки краще пити, на ваш погляд, води, бо якось був період, коли просто всім наполегливо рекомендували пити дуже багато води, і хтось міг це зробити, а комусь просто, ну, не було такої можливості, людина не може більше випити. Чи справді треба себе пересилювати, як на ваш погляд? А ні, пересилювати себе не треба, тому що, коли ми п'ємо мало води, це обезвоження, це плохо, там, для серця, для почок, для всього організму в цілому. Коли ми п'ємо много води, це дополнительна нагрузка на почки. Количество води, яке необхідно випивати в день, воно залежить від маси факторов, его невозможно предсказать для всех и каждого. Момент, на который надо обращать внимание, утоляем жажду только водой и стараемся, чтобы вот эта вот просто очищенная вода была всегда на расстоянии вытянутой руки. То есть где-то бутылочка с водой в дверце машины или стакан с водой на столе. Тогда при малейших признаках жажды рука сама будет тянуться, и вы будете автоматически утолять жажду при необходимости, по потребности только водой. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, цінні рекомендації, вони допоможуть нам стати ще кращими. І, звичайно, щоб літо і спека, яка буде, ми очікуємо так після дощів. От кажуть, що повинно таки з'явитися якраз те літо, коли хочеться дуже пити, коли хочеться з'їсти максимально корисну їжу. Тому будемо намагатись це і робити. А вас будемо чекати ще в нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин.